Голливуд невозможно представить без фантастических блокбастеров. Поэтому Саша и Сергей надели космические скафандры, шлемы и высадились на астероиде, чтобы остановить Армагеддон. Интересно, получится у них это или нет? Ну, если в конце танца зрители будут аплодировать, судьи ставить оценки, а каток не разлетится на мелкие кусочки, будем считать, что ребята справились. Александра Савельева и Сергей Сахновский! Тянись, 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 тянись! Вот! Каждый день мы пытаемся вот перебороть вот этот вот барьер, который... Ну что, я падаю нормально, мешает, уже, да, как нормальный уже человек. Начала, Саша уже начала уже падать. Уже локти разбиваю, ну, нормально. Не, я просто не понимаю, что надо делать. И сразу поехала. Так ну ты, мы же стоим на одном месте. Сань, взяла забег, в лед и поехала. Иногда бывает вообще полнейший, не понимаю, когда я говорю, Сережа, ну вот ты мне объясни, как вот это сделать, потому что я же не профессионал. Не надо же вот так как бы, да, делать. Хорошо, что ты это знаешь, что ты это не делаешь. Вот я стараюсь, вот я просто тебе говорю, что, ну, как я стараюсь. Ты все сама знаешь, только чего ты этого не делаешь, я не знаю. Ну, Сережа, ну, ты же видишь, что я заваливаюсь, удержи меня ты. Из-за того, что я не знаю, у меня, соответственно, этот элемент не получится никогда, потому что мне надо прямо вот разжевать и в рот положить, сказать, вот эту ногу ты, значит, сюда, вот эту ногу ты сюда, вот эту, значит, туловище ты сюда, вот эту руку ты сюда, и все. И как бы тогда я смогу это сделать. И? Так? Нет! Как я прыгала? Ну, как я прыгала? Нет, не вставай никогда сама! Прости! Я, по крайней мере, стараюсь, то, что от меня зависит, я делаю, но, естественно, конечно, до конца так, как бы мне хотелось, у меня пока не получается, к сожалению. На льду Александра Савельева и Сергей Сахновский! Так сложился жребий, что первые 5 пар, которые выходят на лед, тренируются у Александра Жулина. И Александр с Сергеем – его ученики. It's impossible, tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible, to ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me? And not feel you going through me. But the second that I never think of you, oh, how impossible. It's just impossible. And the ocean keep on rushing to the shore. It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul. For to live without your love, just impossible. Oh, impossible. Impossible. А открытый космос стал для нас намного ближе благодаря
Александре с Сергеем. Шикарные, конечно, поддержки, но я не случайно обратил внимание на то, что все предыдущие пары тренируются у Александра Жулина. Некое сходство стилей наблюдается, может быть, неуловимое даже. Но и вот музыкальное сопровождение, последние три пары катались, в общем, под джаз. То есть определенное направление выбрано, и большинство пар этому направлению следует. Ну, номер супер просмотрел. Умничка. Спасибо. Катал хорошо, молодец. Спасибо. Спасибо. Смотрел замечательно. Все так красиво. Какой-то. Спасибо! Итак, оценки за технику. 5-8, 5-9, 5-8, 6-0, 6-0. Средний балл 5,9 балла. Оценки за артистизм. 5-8, 6-0. 5-8, 6-0, 6-0. Средний балл 5,92 балла. Общая сумма 11,82 балла. Космическое зрелище. Татьяна Анатольевна, в прошлый раз вам не понравилась музыка, под которую ребята танцевали. А в этот раз? А в этот раз мне все понравилось. Честно. Просто невероятно, невероятно, очень хорошо. Мне очень понравилось, музыкально создан очень точный, очень правильный образ. Очень новый и очень красивый. Но чего-то еще недостаточно. Чего? Не очень. Чего? Просто, ну не мог Сережа полностью закрыть Сашина невладение иногда своим телом и коньками. Вот поэтому и 5-8. А если ты не владеешь коньками, то, конечно, трудно со второй оценкой справиться. Но вообще, честно говоря, просто прелесть. И спасибо будет, большое. И будет очень хорошо. Я это вижу. Будет очень хорошо. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Геннадий Викторович, ребята сделали большое дело. Теперь ледниковый период могут смотреть и на Луне. Как вам такая промо-акция? Самое главное, не то, что ледниковый период можно смотреть на Луне, а то, что на Луне уже установлен лейбл Первого канала. Это значит, что все, кто работает и имеет отношение к Первому каналу, это уже космический уровень. Собственно, последняя ТЭФИ это доказала. Спасибо. Сереж, ты согласен с комментариями Татьяны Анатольевны по поводу катания Сашину? Да, от какой-то части я согласен, потому что, конечно, тяжело, потому что Сашка так недолго катается на коньках, но мы работаем и по ночам работаем, и рано утром работаем, мы всегда работаем, поэтому пытаемся сделать то, что мы вот показали, и будем еще работать и показывать еще лучше и лучше. И это видно. Спасибо. Вот. Просто на Луне тренироваться было тяжело, там как бы невесомость была. Ну и там еще немножечко кратеры, они все-таки как-то замедляют ход. Вот, и как бы не пытаясь что-то попить, все улетает. Но я думаю, что мы справились с своей задачей, тем более мы волновались после прошлой программы, которая не была, может быть, понята так, как хотелось бы, но мы решили в этот раз уже сделать так, чтобы поняли все. Саша, а ты довольна сегодняшним катанием? Что бы тебе хотелось, может быть, подправить, выучить какие-то новые элементы? Ну, мне на самом деле хочется очень много выучить новых элементов. Я надеюсь, Сашенька, Жулин и Сереженька нам помогут в этом. Вот. Но я на самом деле очень довольна. Но единственное, что я, конечно, немножечко волнение присутствовало. Волнение присутствовало, не знаю почему, но мне кажется, это нормально. Потому что если вы хотите не волноваться, это уже как-то, мне кажется, совершенно по-другому все будет. Судя по вашему катанию, на Луне есть не только жизнь,
а любовь и даже фигурное катание. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо.